Давайте тогда начнем со следующего. Медицина – это действительно одна из больных тем не только в Челябинской области, но и в Российской Федерации. По сути, идет реформа медицины, реформа всей отрасли, когда под медицину подводится четкое экономическое обоснование. Мы отталкивались от очень низкого старта. Когда я начал работать и мне поручили эту работу, совершенно очевидно было, медицина в Челябинской области недофинансирована. И это было много лет. Но при этом была парадоксальная ситуация. При этом начали строиться, создаваться очень большие, очень дорогостоящие такие имиджевые, в общем, во многом проекты. Технологичные. Федеральный кардиоцентр. Очень дорого встал для областного бюджета. Но когда мы начали работать, он год уже стоял и ничего не делал. Он просто стоял, по сути, ну не брошенный, конечно, но вот я туда, когда первый раз пришел, все затянуто целлофаном, все в пыли, и он не работает, и не работает уже больше года. Ну, смогли через полгода путем там разных работ и усилий ввели. Но мы говорим еще раз, ситуацию, с которой мы начали. То, чем мы сейчас гордимся, ПЭТ-центр, отделение радионуклидной терапии, кибернож. Когда мы пришли, стояли голые стены, и была большая яма. И не было ни киберножа, ни ПЭТа, ни РНТ, тем более ПЭТа в Магнитогорске, работающего. Были хорошие планы, было потрачено много денег, но услуга не оказывалась. Что мы путем там, достаточно больших усилий и дополнительных влияний, сверх планировавшихся раньше, эти объекты закончили. И мы пришли на очень... не шибкое такое поле, и первые буквально год-полтора занимались тем, что возвращали ситуацию к какому-то, ну, относительно стабильному уровню. Все то же самое по зарплатам. Это самая больная тема, я понимаю, зарплаты, но я эти материалы вам отдам, и вы увидите, насколько стабильно росла заработная плата 8, 9, 10, 11 год. Что произошло в конце 2011 года и до сих пор аукается. В Челябинский областной фонд медицинского страхования проводил, ну, я бы так сказал, его новый руководитель, достаточно оптимистичную денежную политику. Но расчет был на то, что финансовое положение фонда будет таким же стабильным, как оно было в начале, в конце 2010-го, начале 2011 года. И они ошиблись. Мы стали жить на поприще. И они ошиблись, они залезли в долги, они ошиблись в своем прогнозе. И сейчас очень важно сделать две вещи. Первое. Вернуть тарифы, насколько возможно, к уровню конца прошлого года. Ну, то есть они будут возвращаться. Сейчас эти расчеты ведутся. Сейчас эти расчеты ведутся. И буквально в следующий понедельник мы докладываем весь этот набор мер губернатору. Я думаю, что будет принято решение о таком видимом повышении тарифов. Началась абсолютно нужная, абсолютно правильная программа модернизации, которая связана с ремонтами, с поставками оборудования, с внедрением стандартов лечения, оплаченных стандартов лечения. Мы поставили под ремонты первый раз за, я не знаю, 30 лет мы пытались отследить, глубже не копали. Мы поставили под ремонты почти 200 объектов. Когда мы ставили их под ремонт, мы говорили руководителям территории, мы говорили главным врачам, у вас на 1,5-2 года часть помещений уйдет в ремонты. Думайте, где вы будете принимать людей, как вы разведете потоки больных, чем вы займете врачей и персонал и так далее, и так далее. Все отчитались. У нас на каждой территории все документы есть. Назначен ответственный за модернизацию. На каждой территории обязательно назначен тот, кто должен контролировать программу модернизации. Начинается программа модернизации, начинается. На ремонт помещения поставили, врачей недозагрузили. Хорошо, еще один пример, который тоже был на федеральных телеканалах, больница номер 6, ожоговая реанимация. Да. Ведь что произошло? Ожоговую реанимацию поставили под ремонты. Но врачей, которые числились в этой ожоговой реанимации, не перевели в другие больницы. Их нужно было просто на это время, просто перевести в другие больницы, где они бы свои
абсолютно уникальные знания могли бы использовать. По сути, оставили без работы, а так как деньги вслед за пациентом, у них снизились зарплаты. У них снизились зарплаты, но кто за этим должен следить? Главврач. Кто за этим должен следить? Городское управление здравоохранения, которое знает, что у него есть уникальное учреждение. Но это все можно было предусмотреть заранее. Вот одна из ключевых ошибок, которую нужно будет исправлять в самое ближайшее время, исправлять Минздраву, исправлять территориальным органам здравоохранения, это кадры. У нас просто не оказалось достаточного количества управленцев в медицине. Мы просто это видим. У нас прекрасные доктора, у нас есть прекрасные доктора наук, работающие в практической медицине, но мы просто увидели о том, что не всегда даже доктор наук, это человек, да, который вынужден решать проблемы 2000 подчиненных, решать проблемы очень непростого финансирования, погашения долгов, выплаты налогов, соблюдения правил гражданской обороны и пожарной безопасности. И нам придется сейчас вот работу эту ставить на какой-то новый уровень. Искать молодых толковых специалистов, может быть, не только в медицине, хотя желательно выпускников медвузов, готовить в медвузах, отдельно готовить потом и действительно следить, как развивается их карьера. Управленцы готовить в вузе. Да, может быть, может быть. В июне-июле надо в конце концов сделать какой-то рывок в сдаче больших объемов помещений из строительства в эксплуатацию. С тем, чтобы и пациенты, и врачи увидели, что вот они вошли в свои новые кабинеты, в кабинеты лучше оснащенные, лучше профинансированные, с тем, чтобы они увидели, что программа модернизации – это не неудобство, а это бывшее в прошлом временное неудобство. Но при этом мы видим, что нам, безусловно, придется непрерывно, жестко и очень точно работать с территориями по тому, чтобы порядок в расходовании денег в медицине там соблюдался. Иначе ничего не получится.